О дорожных происшествиях расскажет Александр Смирнов. Сразу три автомобиля оказались повреждены во время одной аварии. Накануне в столице произошло ДТП на улице Притыцкого. Как видно по кадрам, снятым на видеорегистратор одного из участников дорожного движения, на перекрестке выстроилась очередь на левый поворот. Одна из машин проехала удачно, а красная не успела завершить маневр и оказалась под ударом встречного потока. После столкновения Kia отбросила на газель. Таким образом, количество участников этого ДТП возросло до трех. По информации ГАИ, в аварии никто не пострадал. Столичное ДТП в утренний час пик. Вблизи центрального вокзала лоб в лоб столкнулись Kia и Volvo. Авария попала в объектив видеорегистратора свидетеля аварии. По этим кадрам сложно понять, почему один из автомобилей выехал на полосу встречного движения прямо перед другим авто. Несмотря на экстренное торможение, удара избежать не удалось. По словам очевидцев, за рулем как одной, так и другой машины сидели мужчины. Предварительно помощь врачей участникам ДТП не понадобилась. Неприятный сюрприз ждал одного из автовладельцев по улице Берута в столице. Прямо во дворе неизвестные устроили импровизированный шиномонтаж и, как говорится, разули его авто. Похитители сработали быстро и аккуратно. Есть предположение, что выходка может оказаться местью за былые дела. С аналогичной проблемой столкнулся и житель Солигорска. Похитителям достались 4 покрышки вместе с дисками от припаркованного во дворе Джили. На кирпичах далеко не уедешь, машина так и осталась припаркована на бульваре Шахтеров. Делами друзей по несчастью в обоих случаях занялась милиция.